Всем привет! Сегодня наконец-то пришли нам посылки. Ждали мы их очень-очень-очень-очень долго. Ну и давайте начнем их раскрывать. Начнем с первой посылки. Это у нас чехол. Как я поняла. Попробую так открыть. Угу. Открыла. Ну, что это получается? Так, да, это чехол. Вместе с ним пришла и пленочка на iPhone. Так. Давайте его откроем. Вот сюда. О. О, как запечатали-то прям. Так, вот наш чехол. Стоил он 10 центов. Купили, точнее заказали мы его на Гага сделке. Ну, сразу скажу про все товары, шли они нам около 2 месяцев или даже больше. Вот. Ну, давайте попробуем. А сам чехол из, ну, кожи заметили, вероятно. Давайте попробуем вставить телефон. Посмотрим, как он будет выглядеть в этом чехле. Ну вот, тут магнитик, закрываем. Сам по себе чехол немного тяжеленький такой. Тут можно вставить визитки. Там тоже, кстати, есть потайной кармашек. Вот. Это держится, в принципе, нормально. Вот такой чехольчик. Для камеры. Что им еще сказать? Чехол как чехол. Давайте приступим к следующему. Это у нас еще один чехол. Купили мы тоже за 10 центов. Тоже на Гага сделки. Нет, это совсем другой. Да, это совсем другой. Не то, что мы подумали. Ну, ничего страшного. Вот такой вот еще один чехольчик. Тут верхняя и нижняя основа на резиновая, и внутри тоже. А вот этот с пластмассой, можно так сказать. Давайте попробуем телефон. На этом чехле. Ну, честно, блин, как-то обломались. Ну, ссылку на чехол мы, конечно же, оставим в описании. Так, давайте вставим. Аккуратненько. Вот. Вот как выглядит чехол на телефоне. Ну что нужно еще им сказать? Чехол как чехол, в общем-то. Ну и давайте приступим к следующей посылке. У нас мега большая коробка твердая. Но там очень-очень что-то маленькое. Не знаю, зачем они так такую коробку положили. Наш супернож режет все.
да, мы справимся, мы справимся. Да. И вот чудо. Это браслет, 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 браслет. Наконец-то я его дождалась. И купили мы его за 54 цента. Обычный такой браслет. Не знаю, надолго, не надолго. Сейчас попробую надеть. Я очень долго и мучительно надевала этот браслет своими собственными силами. Ну вот тут какая застежка, удобная, в принципе, но без помощи как-нибудь. Ну так вот смотрится наш браслет. Конечно, очень рада, что он подошел. Ну вот наши посылочки наконец-то пришли, мы очень рады. Ну все, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи!